Значит, тема конкурса «Как привлечь туриста». Ну, кто не знает. Значит, есть несколько пунктов, которые я хотел бы сейчас зачитать. Значит, первый и второй сразу зачитаю. Значит, создаем новый напиток. Ну, чтобы привлечь туристов, напиток будет на основе кока-колы и макачино. Назовем его просто «какачино». Вот. И девиз будет такой «какачино или смерть». То есть просто. Вот. Казалось бы, все туристы уже с нами. Но есть еще определенный процент жирности. Да, есть еще определенный процент жирности, о котором собственноручно я и книгу написал. Но это не отсюда. Вот. Каждому туристу, который приедет в наш город, будет выдаваться порция дивунов со сметаной и аномальные презервативы Хаггис. Вот. Аномальные презервативы Хаггис действуют, когда ваш малыш начинает ходить. Вот. Значит, рассылаем спам. Ну, кто знает, что такое спам? Неважно. Когда в интернете вот лазишь по порно-сайту, ну, все знают. Вот кликаешь на сайте, вот хочешь там, хочу ее там. Вот кликаешь и прям на сайт Черниговской администрации сразу. Это так, популяризировать это я записал. Значит, все легализируем в Чернигове абсолютно. Что, в свою очередь, поможет нам все-таки продавать кокачину без уголовной ответственности. Значит, запускаем такую историю по миру, что, мол, у нас женщина одинокая в Макдональдсе в Кейп Эмиле мужа себе нашла. Вот. И после этого 10 тысяч одиноких, да что там 10, 20, 50, 100 рублей кто-нибудь разменяет? Не, я этого делать точно не буду, это что. Ну, это все были проверенные способы, вот, но есть еще как бы такой непроверенный. Надо проверить. Значит, огромный чан кофе. Вот где Екатеринка, ставим огромный чан кофе. На медленном огне. Тут очень важны пропорции. Вот один чан на один качан. Вот, я не сказал, кофе должно быть в качанах. Это редкое кофе, вот сейчас можно найти только в кишине на масонах. В левое у меня. Вот, и значит, варится кофе, я сейчас просто объясню, чтобы понятно было. И вот все в Чернигове, вот вахтовый метод, сутки через трое. И вот, значит, стоим, я в рекламе просто видел, вот так вот. Обминуть просто. У меня теща там просто. Вот. И, ну, это все как бы хорошо, чан потом помыть надо просто будет. И тут опять кокачина нам приходит на помощь. Или смерть, друзья. Два варианта. Вот, и в конце хотелось бы сказать словами, но скажу цифрами. 238. Спасибо.